Для себя возьму по 70 рублей, ребята. К сожалению, пролетели, господа. Для себя за 70. 700 на вывод, ребята. Что ты делаешь? 10x. Зачем мне 10x? Гузлик. Вот, пожалуй, 16x. 30 тысяч. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Спасибо, блядь. Спасибо. 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 Лям, блядь. Слышишь, Валёка, я первый раз в жизни такое делаю. Давай отправим, пожалуйста, человечку на покушать, родной. Ебать, это что, слышишь? Ебать, две сатыги. Просто пикнуло две сатыги. Кен, ты чё? Обалдеть. Удачки тебе, братец. Что сказать? Или сестра там? Кто там? Наверное, брат. Удачи. Да. Хотя бы пониже бы поставил. Так. Вторую даст, не даст, интересно. Наверное, не даст. Точно не даст. Блять, 100% не даст. Все закрыло. Я такого не видел даже. Я видел, чтобы оставалось 4-5 штук, но чтоб такое, блядь. На одна штучка еще. Ну вот, я вижу, вот. Да? Ну да. Ну а ури себе на этот. На радугу. Может, что-то хорошее быть. Но он вряд ли поставит на такое. Ну да. Оу. Ну тут грех, да, если он не поставит, не возьмет вот еще одного. Ну и тут все открыто. Практически. Да, вот так вот. Надо еще одного ставить. Либо вот сюда, вот сразу вот эту. Ай, блин, да до нее надо было достучаться. Бля, так и до 1000x легко добраться. Пожалуйста, дай вот тут вот лепесточек. А лучше еще один горшок. Так, x4. О-о-о-о-о-о! Бля, первый раз такое вижу. О-о-о-о-о-о-о! Прикиньте, блядь, еще одну. Это 600. Это же 600. Это занос. Если не смотрели ролик по Мадам Дестини, посмотрите предысторию, блин. Хочу скипнуть. Хорошо. Второй барабан хотя бы. Хотя бы дайте второй барабан. Пожалуйста. Понял. О, четвертый, наверное, даст. Хорошо. На четвертый. Блять, дайте на четвертый. Лимон и линии играет. Бля, бонуску окупили. Приколитесь с этого спина одного. Бля, дай на четвертый, пожалуйста. Такой занос может быть. Сука. Морковь не играет. На 4 штуки, да? Чайно. 17. Ну! Еб! Хорошо.
Ой, блядь, хоть что-то, какие-то иксовки пошли, блядь, в сладкое. Спасибо. Спасибо, просто спасибо, реально. Что так давно ничего не видел в этих слотах. 56. Да, Лени? Лени? Два спина. У нас линия... Две линии или три лимонов. Раз. 143. Бля, почему ты не закрываешь их, дурак, блядь? Клубника это... Предтоп. Еее. Себе бонус взял. Первый, блядь. Здорово, мадамка, и прощай, блядь. До итогов 2 минуты. Ну неплохо спин-офф, ребят, неплохо. По доллару. Давай, штуку баксов. Ну нормально. Штуку баксов и будет все вообще по кайфу. Сразу билдов, давай. Так, X3, хорошо. Давай еще X3 на третий барабан. Пойдет, блядь, пойдет, ребят. Ладно, X2. Может, закроем еще на четвертом? Пойдет. Пойдет, ребят. Это уже деньги какие-то будут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, это уже деньги, блядь. Это уже деньги. А еще закрой на четвертый. Да, или не упер. На четвертый надо закрыть, ребят. На четвертый закрыть. Блядь, не закрывает. Но бонуска хорошая в любом случае. Ой-ой-ой, пойдет, пойдет. Вот это другое дело. 200 баксов есть, ребят. Ой, блядь, да ну. Ребят, $1100 за спин, блядь. Саня, ты просил штуку баксов. Может, еще разок так же? Ошейники закрыл. 200 еще, пойдет, блядь. Ребят. И поздравляю. Это деньги, ребят. Это деньги, блядь. Бля, закрыл черных собак, блядь. Еще черных дай. Ладно. Блядь, ребят, $1673, блядь. Это... Давайте также возьмем за 9600, проверим его. Пожалуйста, пожалуйста, нужен какой-то занос. На первом, втором поставь, и тогда уже может быть заносик какой-то. Первый, второй, и потом он про... Ой, есть на второй. Ой, есть на 50! На 50! На 50 икс! О, сколько это бабок? Сколько это бабок? 6500. На первый или третий ставишь, это заносящий. На четвертом, сука, 9 иксов! Ребята, это какой может быть занос? Это какой может быть сейчас занос? 18800. На третий или первый? На третий или первый? На пятом! На пятом еще есть птицы играют. Есть ли такая линия? Нет такой линии. Ну, закрывай хоть... Пегасиков! Пегасиков ко мне! Сука! Есть занос. 48 косарей. Блять, не зря брал в долг. Не зря, сука, пожалуйста, на первый. На первый или третий? Линию закрой какую-нибудь, ну 70, есть птички, 42 косаря, еще что-нибудь, есть птички, сука, еще 20 косарей, 137к на балике, 200к точнее на балике, 137.